Всем привет, дорогие друзья, с вами я, FXPLGames, и в этом видео я буду обозревать обзор новой версии игры Hill Climb Racing. Когда вышла эта новая версия, я точно не помню, скачал я ее только вчера. И то не с Play Market, а в Play Market эту игру почему-то убрали, я ее скачал взломанной с сайта android.ru. Так, ну и давайте прокатимся на карте, допустим, на шоссе, на раллийной машине. Я ее прокачал вчера самой первой, потому что мне эта машина нравилась еще с самых первых версий. Ну и поехали на шоссе. Так, ну и что смотрим тут? Добавились с самых первых версий самоцветы и нитро. В недавних версиях игры эти предметы тоже были, но я ее сравниваю с теми версиями, которые были до года 2016, когда я в нее играл очень часто. Ну и сейчас, естественно, на этой прокачанной машине мы будем ехать долго, потому что эта машина рвет и мечет, она очень быстрая. Уже проехали на ней километр трассы и три уровня. Зарабатываем много монет. Время в воздухе также появляется. 4 уровня завершено. Собираем монеты, самоцветы. И проходим уровни. Тут уже появляются большие горки на... Когда уже много проехали. 2 километра почти. И пропустили бензин. Это опасно. Потому что чем больше мы проедем, тем дальше будет от нас бензин. Надеюсь, успеем. Ой-ой-ой-ой. Или не успеем. Походу не успеем. Все, не успели. Может повезет? Думаю, нет, навряд ли. Совсем чуть-чуть не повезло. Еще бы секундочку, и мы бы продолжили ехать. Ладно, теперь проедем на карте сезон. Она так называется, потому что тут меняются времена года, когда много уже проедем карты. Эта карта, кстати, мне больше всего нравится из-за своей разнообразности. Ой, блин, вот это оплошность. Так, ну ладно, еще на последней карте проедем. Какой я там еще любил? Ну, курс молодого бойца можно проехать. Тоже хорошая карта. Так, проезжаем бревна. Тут надо аккуратнее, опасная зона. Дальше у нас препятствие с колесами. И с ним мы справились довольно успешно. Потом у нас идут лужи. Сначала большая, потом средняя, потом самая маленькая. Потом опять большие кочки. И вот эти вот препятствия, которые напоминают мне пельмени. И сужается у нас эта пещера, и мы сделали фляг, или же сальто. Не знаю, почему игра переводит это как фляг, но мне больше привычно это называть сальто. Но, конечно, для этой быстрой машины после прокачки все испытания кажутся пока легкими, но можно совершить ошибку.
Опять бревна идут. Которые мы тоже проехали. Кстати, мы уже прошли 7 уровней и 2 километра трассы. Очень большая горка, пропустили мы бензин, но до следующего мы должны успевать, если опять не пропустим. А мы его точно уже не пропустим. Ой, вот эту штуку я никогда не любил, тут опасно очень, потому что если ты слишком большую скорость нагнать, то можно удариться сверху. Так, мне тут повезло. И тут тоже. Так, до бензина успеем, хорошо. И уже большие колеса, больше, чем были на первом, и они нам помешали. А так проехали 3 километра. Так, заработали за этот заезд 31 самоцвет, 427 тысяч монет. Время в воздухе 47 секунд, 0, 0 сальто назад, 2 вперед и 1 японское сальто. Одно японское сальто. Так, ну видно, как у нас машина прокачана. Дальше смотрим, что у нас добавилось с первыми версиями. По сравнению с первыми версиями, чего не было в них. Это, конечно, магазин. Без доната сейчас никак, ни в какой игре. Дальше у нас появились вот эти вот шарики с десяткой. Это значит, что игре исполняется 10 лет. Или же компании, которая создала игру, точно не знаю. Так, ну среди новых карт у нас появились трясина, пригорода, герой действий, суперсельская местность и космическая миссия. Это то, что я вижу впервые. А трасса, джунгли, неон и прогноз были добавлены уже тогда, когда я играл последний раз. Но это было недавно, год так 2020-2021. Среди новых машин что можно выделить? Мутант, элитный автомобиль, машина-паук, быстрый автомобиль, супер-хилл-клаймбер и... Нет, сани уже были. Хотел еще назвать сани, но они уже были. Также у нас тут добавилась краска, ее у нас сейчас ноль. Ей вроде можно красить машину. Так, нитро... Ежедневные миссии, достижения были, и таблица рекордов тоже была. Тут пока по нулям, потому что я не на всех трассах проехал на этой раллийной машине. И настройки они были. Так, ну и вот такой обзор получился. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. И всем удачи, и всем пока.